В Норильске тяжелые экологические условия. Что-то предпринимается в этой сфере? Это правда, как, собственно, и в Красноярске, к сожалению, они не идеальные. Поэтому как Красноярск, так и Норильск сегодня вошли в так называемый комплексный план экологического оздоровления в рамках одного из национальных проектов. Этот план подписан уже в декабре. Он предполагает совершенно конкретные дела, в том числе и с федеральным финансированием. Что касается Норильска, там особая ситуация, где именно сама компания реализует так называемый серный проект. И уже сейчас, в течение даже последних 2 лет, есть не просто, знаете, статистические изменения в экологии в лучшую сторону, они просто зримы. Вот приезжаешь в Норильск, видишь, там летают воробьи. Наконец, в гостинице можно открыть окно, чего никогда не было. А при достижении тех показателей, которые связаны с реализацией серного проекта, экологическая обстановка там будет приведена к нормальной.